Очень важно знать, как выбрать клубнику не просто вкусную и красивую, но еще и полезную для вашего здоровья. Ведь вам по большому счету нужен не вкус, не цвет, а именно польза, вы за ней идете. Ведь клубника или земляника садовая, пожалуй, это весенний чемпион среди ягод, который благодаря богатому составу помогает легко и быстро ликвидировать как минимум весенний авитаминоз, весеннюю депрессию, усилить работоспособность, укрепить иммунную систему, в случае, если вы, конечно, правильно выбрали, правильно обработали и правильно употребили в пищу. Если же вы не все сделали правильно, вы можете к обозначенным диагнозам добавить еще десятка-полтора тех, которые спали в вашем организме. Безусловно, можно будет списать их обострение на сезонность, на весну, на нехватку витаминов, но вы же понимаете, вы поймете чуть позже, что на самом деле виновницей может быть просто неправильное употребление клубники. И просмотрев это видео до конца, вы узнаете, как все-таки выбрать клубнику для вашего здоровья, какие опасности таит в себе неправильный выбор, ну и что еще необходимо знать в связи с употреблением клубники для вашего здоровья. Итак, пожалуй, индикатор номер один зрелости клубники – это запах. Если клубника зрела сама, зрела на участке, под действием солнышка, тепла, впитывая влагу и другие полезные вещества, которые, собственно, само растение синтезировало и вкладывало в эту ягоду, все прекрасно. Спелая клубника имеет специфический активный запах, который слышен не на близком расстоянии, который слышен, когда вы просто подходите к человеку, который торгует клубникой. Когда я узнал, как легко можно сделать клубнику зеленую красного цвета, я специально пошел на рынок и стал принюхиваться к той клубнике, которую торгуют. Вы знаете, меня немножко удивила ситуация. Из 10 человек, которые торговали, только у одного был клубника обладала активным специфическим запахом. Все остальные пользовались простым способом, как сделать зеленую клубнику красной, по типу спелой. Ну, примерно то же самое, похожим методом лечат многие болезни. И большинство, многие люди, к сожалению, идут по этому пути. Они считают, да, простой путь должен быть эффективным и попадают на проблемы. Часто теряют время, часто теряют деньги, часто теряют здоровье, частенько теряют и жизнь. Чуть позже я об этом способе скажу. А индикатор номер один для клубники – запах. Индикатор номер два – это цвет. Клубника должна быть все-таки красного цвета. Если она полежала достаточно долго в ожидании своего покупателя, ну, яркий красный цвет темнеет, она становится такая более темной. Эта клубника достаточно зрелая, она слишком долго ждала, по всей видимости, пока ее купят. Скорее всего, ее дальнейшая судьба это варенье куда-нибудь. Там цвет при термической обработке теряется, он практически вся клубника будет одного цвета. Но перед тем, как купить, я бы вам советовал поискать отличие. Если вся клубника однородно красного цвета, возможно, ее обработали, возможно, ей помогли стать такой. Я бы советовал вам поискать не на каждой клубнике. Несколько хотя бы, чтобы были с белым кончиком. Чтобы были светлее. Это практически гарантия того, что клубника спела сама. Потому что созревание клубники это не команда. Батальон шага марш и все вот в ногу все пошли. Клубника зреет, находясь даже примерно в одинаковых условиях, каждая ягода зреет по своему сценарию. Со своей скоростью. И на поле есть и переспевшие ягоды, и сгнившие ягоды, и поспевшие, и спеющие. Как правило, их собирают примерно вместе. И на разной стадии зрелости ягоды вы можете увидеть в корзине. Если так, смело берите, скорее всего, ягоды спели сами. Правда, ушлые продавцы теперь смогут брать ягоды недозрелые, смешивать, делать купаж и выдавать свою клубнику за поспевшую самостоятельно. Но все-таки, если вы будете раньше просмотрите это видео и отправите своим друзьям или знакомым, а не продавцам клубники, я думаю, что вы будете брать только спелую клубнику на рынке или в магазине. Еще один индикатор
спелости, зрелости клубники – это семена. Возможно, вы ходили по лесу, видели незрелую зеленую землянику. Это дикая родственница, это прамать, скорее, земляники садовой или клубники. И вы видели, что зеленая ягода, она вся сплошь покрыта, как панцирем, семенами. Во время созревания увеличивается объем мякоти, семена не меняются. Мякоть увеличивается в объеме, а семена вначале расходятся, а потом даже мякоть может их поглощать. Семена кажутся такими немножко вдавленными. И это очень важный показатель того, что клубника зрела сама. Потому что зеленая клубника, находясь на стадии созревания, ей могут помочь, я сейчас скажу как. Очень простой способ. Но зеленая клубника станет красной. А по содержанию она будет продолжать оставаться зеленой. Больше того, такой ягодой можно еще и отравиться. К сожалению, незрелые плоды в таком случае могут попасть в ваш организм, если их будет много, могут вызвать просто пищевое отравление. А сымитировать вот эту стадию зрелости легко. Достаточно внести во время полива в землю щелочи, банальную пищевую соду. Да, с ее помощью многие пытаются лечить заболевания, даже тяжелые заболевания внутренних органов. К сожалению, опыты идут, и чаще всего они наносят людям вред. Люди просто теряют время, теряют деньги, теряют здоровье, часто теряют жизнь. Ну и похожий вред, может быть, не такой глобальный, но все-таки вред вы себе можете нанести в случае, если вы купили вот такую вот клубнику, таким образом подготовленную к продаже. Возможно, в конце вегетации, в конце сезона клубники, тоже вы можете такую клубнику встретить. Чаще она связана с тем, что не хватает воды. Малый полив, редко идут дожди, мало поливают, и ягода не успевает дозреть, она просто краснеет, будучи наполовину наполненной полезными веществами. Но это не сразу, это не в начале сезона. Следующий показатель, я бы сказал, плотность. Если вы берете ягоду, она мягкая. Все-таки напомню, что клубника — это все-таки сочная ягода. И чем больше в ней, чем она мягче, тем в ней больше полезных питательных веществ, витаминов, макро, микроэлементов, углеводов, органических кислот, биологически активных соединений иных и меньше клетчатки. Если же ягода такая плотная, что невозможно так это, нужно с приличным усилием ее сдавить, чтобы она раздавилась, то вы понимаете, что в ней больше клетчатки, чем тех полезных веществ, о которых я только что рассказал. И, конечно, если вам нужно бороться с запорами, без проблем, вот такая вот плотная клубника, она вам поможет, потому что грубая клетчатка пройдет по кишечнику и поможет добыть стул. Но все-таки это не основной показатель, по которому выбирается весенняя ягода клубника. Все-таки вам нужно больше витаминов, вам нужно выходить из депрессии, активировать обмен веществ, активировать иммунитет, готовиться, возможно, к отпуску. Для этого тоже нужны определенные силы и усилия. И здесь плотность ягоды, она помогает не вам. Она помогает больше продавцу, потому что такая ягода будет дольше лежать. Она меньше подвержена порче. Она в большей степени сохранна. Ее легко перевозить, транспортировать на большие расстояния. Но полезных веществ, как вы понимаете, там будет меньше. Еще один показатель — это размер. Да, размер все-таки имеет значение, не решающее, но имеет. Но он имеет скорее не степени спелости клубники. Все-таки там вышеперечисленные показатели больше имеют значение. Размер имеет больше значение в плане того, помогали ли клубники расти. Если поле обрабатывалось какими-то ядохимикатами, одни могли стимулировать слишком чрезмерный рост, иные могли вызывать так называемое перегорание, то есть наоборот задерживать рост, если перебор был с этими ядохимикатами. Поэтому я бы советовал вам выбирать золотую середину. Выбирать все-таки клубнику из той клубники, которую вы выбрали для себя,
Не самую крупную и не самую мелкую, средненькую. Такая клубника с наибольшей вероятностью будет самая безопасная в плане химических веществ, которые могли вместе с ней попасть в ваш организм. Есть еще один показатель. Это черенок. Он должен быть, безусловно, выглядеть свежим. Как правило, он более свежий у домашней клубники, потому что, как правило, ее не хранят длительное время. Собрали утром, продали днем. В супермаркете вы можете найти клубнику с черенками в разной степени завявшими. Вы понимаете, сколько эта клубника могла пролежать в ожидании того, что кто-то в конце концов ее купит. Я этот показатель поставил на одно из последних мест, потому что он не имеет по большому счету решающего значения. Хотя при наличии черенка клубника любая хранится всегда дольше. И ее легче продать. Она в конце концов долежит до того счастливого момента, когда ее кто-то купит и съест. Опасности, которые таит в себе неправильный выбор. Ну, возможно, не испорченное настроение. Когда вы придете домой, принесете клубнику, включите мое видео и поймете, что вы купили не совсем то. Безусловно, вы получите меньше пользы. Ну, это такие условные понятия. Но если все же вам попадет уж очень незрелая клубника, или клубника, которой активно помогали стать реально зрелой, выглядит такой. Она содержит, как правило, больше кислот. Вкус у клубники специфический, такой кисло-сладенький. Лучше, чтобы она была сладкой. Хуже, если она имеет кислинку. Достаточно приличную, потому что вот эта самая кислота, вернее кислоты, которые там есть, они активно раздражать будут желудок с обострением гастрита, дуоденита, гастродуоденита, язвенной болезни. Семена, которые находятся в более плотной клетчатке такой клубники, они будут вместе с клетчаткой жестко и с кислотами раздражать двенадцатиперстную кишку. И там не только язвенная болезнь может обостряться, но и обостряться панкреатит, дискинезия желчевыделительных путей с усилением застоя и нарушением работы печени, если вы такую клубнику будете использовать часто. Потому что кислоты, они спазмируют сфинктер Оди и фактически вызывают жесткий застой желчи. Ну а выделяющие респочки, они могут обострять солевой диатез. Клубника, напомню, содержит достаточно приличное количество щавелевой кислоты. Оксалаты кальция не самые простые соли, которые можно удалять из почек. Более того, по дороге они еще прихватят кальций. Если вы будете долго жевать такую клубнику, обостряется кариес, пародонтоз. Попадая в значительных количествах в организм, клубника, вынося кальций, провоцирует остеопороз, артроз и нарушает жизнь очень многим и мужчинам, и женщинам, ведущим и активный, и пассивный образ жизни. Но вот эти опасности в основном связаны с тем, что вы не знаете, как правильно обработать клубнику, как ее правильно употребить. Но это не беда. Об этом я не буду это видео затягивать. Я об этих особенностях, как правильно обрабатывать клубнику, как правильно употреблять, чтобы все-таки польза была максимальной, а вред минимален, расскажу в следующих своих видео на своем канале. Как и о клубничной диете, о разгрузочных днях на клубнике. Это не самые простые способы усиливать, укреплять свое здоровье, снижать вес, имеющие достаточно много осложнений, как ближайших, так и отдаленных. Но об этом вы узнаете в другом видео на моем канале. А пока вы думаете, ставить лайк на это видео или не ставить, отправлять друзьям, знакомым, родственникам, чтобы они раньше продавцов клубники узнали о том, как все-таки правильно выбирать клубнику, я с привычным подписчиком моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения подумаю, какое еще видео написать на эту тему для вас. До новых встреч на моем канале.